Помните телевизионную рекламу, в которой мужчина, грациозно перебрасывая на волосатую грудь русую косу, заявляет: «Читайте наш журнал, и ваши волосы станут густыми и пушистыми». Так вот, смотрите нашу программу, и ваши волосы действительно станут густыми и пушистыми. Сегодня мы будем делать ритуал лечения волос, восстановления волос, восстановления структуры волос, питания волос. Препараты, которые мы будем использовать, это шампунь. Мы используем косметику Kérastase. Первым этапом идет приготовление волос. Это при помощи шампуня Байсатин. После чего наносится на волосы ампула, которая дает сильное питание волос. Третьим этапом идет маска. Это также самое увлажнение и питание волос. И финально используется для укладки маска для волос. Технология этого ритуала, она включает в себя нанесение косметических средств. И при помощи теплого пара препараты поддержки, которые нанесены на волосы, воздействуют более сильно и более глубоко. Аппарат работает при помощи пара, пропускает пар через ультразвук. Таким способом более разряженный пар попадает на волосы и воздействует. Происходит ритуал и лечение питания волос. Процедура предназначена для волос, ослабленных волос, окрашенных волос, волос, который очень уязвим, сухой, которому требуется увлажнение, сильное питание. Это ритуал, который делается неоднократно, это должно быть 4 воздействия на волосы, 4 ритуала, они делаются раз в неделю, волос напитывается, волос становится более сильным, волос окрашенный становится более увлажненным. И таким образом мы восстанавливаем структуру волос, и волосы становятся здоровыми и сильными. Salons Maija. Tā ir mana pārliecība.